Уйди отсюда! Эхэн сэнсусэ! Зэмма Ханиэт! Хиэ! Ханэчуа! Ханэчуэнэ нису! С дороги! С дороги! Надо действовать аккуратно. Эй! Стража держит ухо востро.
Thank you.
Уйди! Ну! Что ты делаешь? Что?
не пустят. Вот ты где! Один. Твой дядя еще жив, Сутех? Нет ли у него работы? А Хергеру? Кахартия? У этого гада? Да он мне и жеваной фиги пожалеет. А, тебе удалось выжить? Теперь о тебе узнают все фивы. Никому не рассказывай обо мне. Хватит, Сутех. Конечно. Филакиты не узнают о человеке со смертью во взоре. Ты должна мне помочь. Вот, держи. Что это? Откуда он? Мне дала его Айя. Ладно. Что тебе нужно? Редкий артефакт. Именно он вызвал проклятие. Быть может. Слухи, домыслы. Реликвии украли из гробницы фараона. Некоторые говорят, что из-за этого нас настигло проклятие. Я должен его найти. Здесь, в Фивах, большой черный рынок. Тайные аукционы, редкие товары. Поговори с торговцами у доков, они знают. Передай Айе, мы теперь квиты. Я иду на юг. Проклятие уже слишком близко. Кому мне задавать вопросы? Найди Исидору, супругу бога Амона. Она понимает проклятие лучше меня. А.
Если кто-то посмел украсть реликвию, я должен узнать имя вора. Где бы найти что-то редкое, да подороже? А что ищешь? Побрякушку для подруги? У меня есть все, Нэп. Самые лучшие товары в Фивах. Я ищу что-нибудь редкое или дорогое. Разыщи Сиамуна, если тебе нужны такие товары. Лучше в Фивах не сыскать, поверь. И это весь товар? Мне сказали, ты продаешь артефакты из гробниц. Реликвии сейчас не пользуются спросом, Нэп. Людей интересует защита от проклятия, скарабеи, амулеты. Добро пожаловать в диковинки Сиамуна. Ищешь что-то особенное? У меня редчайшие товары в Фивах. Артефакт из гробниц. Такое сокровище будет стоить весьма немало. Но не здесь, Нэп. Солдаты глупые, но их мечи острые. Идем. Немногие торговцы ведут дела с чужаками. И почему же? Это самое сердце черного рынка. Реликвий полно. Жулья еще больше. Но Сиамуну ты можешь верить. А другим торговцам что, не стоит? Я бы не стал советовать гостю Фив связываться с ними. Особенно обремененному богатству. Я птах. Будь осторожен. Я вышел из первородных вот Нуна. Стою у истоков мироздания. Но когда я смотрю в бездну, я понимаю свое ничтожество и плачу. Я совокуплюсь с тенью и рожу двух детей. Извергну их. И вы склонитесь перед нами. Начнем сначала. Я ищу реликвию, добычу из гробниц. Эту реликвию. Ладно, ладно, только Ирсу об этом ни слова. Ирсу? А ты ведь совсем ничего не знаешь, да? Я знаю, что прирежу тебя, если не заговоришь. Есть аукцион. Только для своих. Я хотел туда попасть, но Ирсу меня недолюбливает. Где мне достать приглашение? У Тахимет. Историка. Я пытался выиграть его, когда мы играли в кости. Мы играли на крыше к северу. Я все сказал. Клянусь гором. Прошу, не убивай. Вот ведь дерьмо лошадиное. Это еще что?
Дай перекинуть, а? Проиграю, заплачу тебе вдвое больше. Пожалуйста. Я знаю, у тебя есть приглашение. Сыграем на него. Деньги есть. А если приглашение нужно мне самой? Об этом не думал? Уверяю, мне оно нужно больше, чем тебе. Прошу, моя мать очень больна и просила меня. Твой дядя врет куда лучше. А его кто пригласил? Он с тобой? Первый раз его вижу. Ха! Плати, женщина! Ты жулик! Ты обманул и... его! Я знал! Обзавелась стражем, Тахимет? Лучше уходи, пока можешь. Я и так потеряла все деньги, а? Нэп? Баек, мне нужны не деньги, а сведения и приглашение. На аукцион Эрсу? Ты ведь слышал, что я сказала этому рыжему пройдохе Сутеху? Но мальчишка спас тебе жизнь, Тахимет. Ладно. Все равно я становлюсь старовато для этого. Осквернение, проклятия, фараоны, что вернулись из мертвых. Знаешь, что продает Эрсу? Что бы это ни было, оно навлекло на нас всех проклятие. Слушай, Эрсу негодяй. Он со своими подельниками нашел гробницу Нефертити и украл что-то оттуда. И она разозлилась. Смерти заслужил лишь этот дерьмоглот, но теперь она убьет нас всех. Приглашение у меня на вилле. Это у входа в Карнак. Бери. Коль боги позволят. Боги? Увидишь. А у меня игра на другом конце города. Может быть, покой Тахимет где-то внизу? Это от Михена. Игра змеи. Мы с Айей играли в нее. Что-то Химет имела в виду. Коль боги позволят. Статуи можно повернуть? Повернуть в одном направлении.
получилось. Легенды о фараонах времен Древнего Царства. Тахимет хотел узнать все о проклятии. Сфера в Сиве. Сколько крови прольется из-за этой? Надо попасть на остров, пока реликвию не продали. Увидят, сразу накинутся.
Oh!
Амон-Ра Гарахти. Тайна выражения и блеск формы. Подойди. Ты очищен. Очищен, повелитель Фиф. Ты. Тот, кто рыщет в тенях. Я недовольна. Но ведь ты в доме незримого. Зачем ты здесь? Баек и Сивы. Я хочу узнать, кто обрушил проклятие на Фивы. Ты не жрец, не филакит. И твой оазис далеко отсюда. Какое тебе дело до нашей беды? Пойми, эта беда не только ваша. Проклятие. Дело в реликвии. Многие пострадали от рук тех, кто владел похожей вещью. Ты страдал больше других. Амон видит твое сердце. Но это не реликвии и не люди, Баек. Гнев Амона ужасен. Фараон обрушил на нас кару за оскверненные ворами гробницы. Ты думаешь, это его воля? Амон всегда отвечает на зов обездоленных. У кого есть причины взывать к нему? У нас очень многое похитили, Баек. Вещи, жизни, невинность. Проклятие не делает различий между правителями и бедняками. Но, может, кто-то из крестьян? Там был другой фараон, но люди избежали его гнева. Я все выясню. Сходи к ним, а потом скажи, что это не гнев Амона. Ты сам... Могли ли крестьяне навлечь проклятие? Бог истины. Создатель людей, животных и трав. Ты сам создал свое тело. Изначальный. Yeah!
Хер-геру? Я найду вас, мерзкие змеи! Найду! Кто-то отважился обокрасть Амона? Непостижимо, но статуи фиванской триады пропали из храма. Дары трепещущих от проклятия. Святотатство тут обычное дело. Может, я предложу Амону свой клинок? Кто ты такой, что предлагаешь это? Баек из Сивы. Спаситель из Оазиса? Что ж, Амон заострит твой меч, Баек из Сивы. Найди меня, если узнаешь об украденных реликвиях. Мой путь лежит на черный рынок. Разбитая ваза. Она упала сверху? Подношения. Простые статуи. Недорого ценятся на рынке. Зачем красть, рискуя навлечь гнев незримого? Thank you.
Наш вор прокрался сюда ночью, пока храм спал. Сломанная лестница. Неуклюжий вор. Еще кровь. Кажется, гнев незримого настиг тебя. Он не ушел далеко. А, помогите! Кто-нибудь, прошу! Нога! Я не чувствую ногу! Будет хуже, если не скажешь, где украденное. Я истекаю кровью, а ты угрожаешь? Ты просто чудовище! Говори, и может, я помогу тебе. Может? Тьма зовет меня! Анубис сжимает мое горло! Ну же! Ладно, ладно! Человек в черных одеждах! Я продаю ему статуи в богатом квартале! И ты вернулся в храм за... Новыми статуями! Но их не было! И на меня налетел гусь и столкнул с лестницы! Кара великого гуся Амона? Нет! Ты хочешь запугать меня? Я все сказал! А теперь помоги мне! Политика сподвигает всех на... Где беззубый телок? Клетки, небось. Верещит, как свинья. Мне нужен нет. Защищайте Кири. Утопленное солнце, сожженная мать. Дело не в наживе, это ересь.